Добрый день, Дмитрий, город Харьков. Попросили, точнее, Натан попросил подобрать интереснейшую идею, которая будет актуальна для нашего дня, 21 века, причем она согласуется с недельной главой. Долго я думал, а точнее очень мало, но есть уважаемый раввин рав Йонатан Сакс. Эту идею я посмотрел у него. Плюс я разбавил уроками рава Шерки, Клиакар немножко, Орахайма Кадош, несколько мудрецов Торы. Стандартный вопрос, который задают все в течение 3000 лет, когда появился еврейский народ? То есть какой момент можно считать рождением еврейского народа? Реальная проблема. Ответа у рава Шерки, по-моему, 3 или 4, если не 5. Самый первый вариант, когда Яаков убежал от Лавана, это первый случай, возможный ответ. Второй раз, когда евреи вышли из Египта, есть куча доказательств этому. Самый стандартный и общепринятый вариант, когда евреи получили Тору на горе Синай. А внимание, вопрос. А если бы мы задали вопрос, когда появился еврейский народ, самому Моше Рабейну? Вот задаем вопрос. Моше Рабейну, скажи, пожалуйста, когда ты считаешь день рождения еврейского народа, народа Израиля? Интересно, что бы он ответил. А на самом-то деле ничего сложного здесь нет. Ответ Моше Рабейну, теоретический, выводится из первого пасука, пасук 1.1. Вот речи, какие говорил Моше всему Израилю на берегу Ярдена. Вот посмотрите, где здесь ответ на наш вопрос. Вот речи, какие говорил Моше всему Израилю на берегу Ярдена. У нас книга Дворим, повторение Торы, Мишне Тора, то есть второзаконие, так называемое. И Моше перечисляет некоторые заповеди, дополняет законодательство чуть-чуть, истории. Все, что было в предыдущих четырех книгах, он повторяет. Но есть одна очень-очень новая вещь. Совершенно новая вещь, которая не была четыре книги. И она режет ухо. Если человек читает Тору каждый день и по чуть-чуть, и в течение 10 лет, то он обратит внимание. Впервые в нашей главе, в нашем пасуке написано «Лехоль Исраэль», «Коль Исраэль». До этого не было такого. Было «Коль Бне Исраэль». Было «Коль Байт Исраэль». Было все. Но «Коль Исраэль» не было. Более того, уважаемый рав Эфраим Лунчиц, очень известный комментатор, Клиакар, один из ровесников, скажем так, морали из Праги, он отметил, что всего фраза «Коль Исраэль», она упоминается 11 раз во всей Торе. И все 11 раз она находится в книге Дворим. Интересное совпадение. Книга Дворим везде только «Коль Исраэль». То есть, если до сих пор евреев называли «Бне Исраэль», «Дети Израиля», то сейчас в книге Дворим они называются «Коль Исраэль», «Израиль». Вообще, что это значит? Ну, на самом деле, можно догадаться, даже не будучи равом Эфраим Лунчицем. Означает это очень просто. Они сейчас превращаются в то, кем они не были раньше. До сих пор, до книги Дворим, до 2488 года, они были связаны вертикально, биологическое происхождение. Все они дети Яакова, дети Израиля. У них был общий предок. И они были его детьми, они были его предками, потомками, детьми. То бишь, частью семейного дерева. Жили на 40 квадратных километров, говорили на одном языке, ну, может быть, на двух. Древнеегипетский и... я думаю, даже на арамейский, на трех, скорее всего. А сейчас все поменяется. Поменяется в земле Израиля. Такой вот маленький тонкий переход. Были Бне Исраэль, стали Коль Исраэль. И Моше Рабейну сейчас готовит всех своих евреев к новому способу существования. Теперь они будут не вертикально связаны друг с дружкой, а горизонтально. Они уже не будут детьми. То есть они будут взрослыми в моральном смысле этого слова. И если раньше они были просто частью прошлого, то теперь они будут частью общего. Представьте себе, меняется вообще все, переворачивается. То есть не будет, во-первых, состояния зависимости. Раньше какие-то проблемы шли Моше Рабейну, Моше Рабейну обращался к Богу, и все у них было, еда, и питье, и одежда, которая, как мидраши красиво описывают, вечером на... складывали одежду, специально такие полочки у них были, рядом с шатром. Утром просыпались, она чистая, выглаженная. То есть всего этого уже не будет.
они будут зависеть друг от друга, не будут нести ответственность друг от друга. Более того, на ответственность друг от друга намекают слова дальше. В этом же пасуке 1.1. Беарава. Все переводят степи. Беарава. А Урахай Макадош говорит, где тут степь? Беарава – это от слова рвут. То есть слово рвут, зависимость друг от друга, она уже тоже в нашем пасуке присутствует. И вот такой вот малюсенький языковой сдвиг Моше Рабейну жирно намекает, что как только они пересекут Ярден, они уже будут народом, нацией, они уже не будут семьей. То есть придется учиться, жить, работать коллективно, я наскажу, и отдыхать, и воевать, и большой список разных слов. Они собирались создать народ, новый народ. Теперь они уже будут жить не на 40 квадратных километров, а я недавно посмотрел, 40 тысяч квадратных километров. И они теперь не будут на 2-3 языках разговаривать, а будут разговаривать на 70 языках. Поэтому Моше Рабейну срочно пришлось переводить всю Тору на 70 языков. Почитайте Раши на Дворим 1.5. То есть будет много вызовов, так называемых эдгаров, любит слово наш Натан. Им придется вести войны, защищать себя, создавать суды. Этим они будут заниматься в книге Дворим. Кормить себя надо, выращивать поля, сельское хозяйство. Ой-ой-ой. То есть много проблем сейчас возникнет. Более того, Рав Шерхи говорит, что в пустыне они жили Бадерехатнес, они жили чудесным образом. А в Израиле, в земле Израиля, они будут жить уже Дерехатева, они будут природным образом. Чудеса будут, но гораздо меньших случаях и в количестве. Очень редко будут чудеса, но будут. То есть теперь раньше, очень хорошая фраза от Рава Йонатана Сакса, если раньше Бог служил евреям, то теперь евреи будут служить Богу. Эта фраза очень дорогого стоит. То есть сейчас они меняют свою самоидентификацию. Не только были дети, стали взрослые, не только были сыновья, стали народом, а они меняют все. Были индивидуумы, стали народом. И даже есть пасук Дворим на эту тему. В Ницавим 27.9.10 там написано: «В сей день стал ты народом Господу, Богу твоему». Вот отсюда и... На иудаизм можно посмотреть еще с другой стороны. Сравнить его с сегодняшним 21 веком, как люди живут у нас, совсем нерелигиозные. И сегодняшняя светская культура, она очень индивидуалистична, особенно капиталистическая. Человек сам по себе, он хозяин своего слова, никого не зависит и так далее, и так далее. Современные формы духовности, все, что связано с духовностью, они отражают этот факт. Часто мы видим в нашем мире, что Бог – это обо мне, а не о нас. То есть самое главное – это я, и Бог для меня. Это мое личное дело, мои личные отношения. Поэтому в некоторых странах даже не принято зазорно спрашивать, а веришь ли ты в Бога. Тебе скажут, а какое твое дело вообще? Это мое личное, мое, оно здесь у меня в душе. И так оно рассматривается в нашем мире сейчас. А что говорят нерелигиозные писатели и философы? Они всякие глупости говорят, честно скажу. Например, Дин Инг, он говорит, религия, когда человек делает что-то в своем одиночестве. То есть настоящий религиозный, то, как он ведет себя в туалете. Это я уже придумал. Или, допустим, Уолтер Сэвидж Лендер. Он говорит, уединение – это комната Божьей аудитории. Прекрасно. И так далее, можно их перечислять. А в чем отличается иудаизм в этом плане, в этом смысле? А иудаизм придерживается противоположного мнения. Совершенно. Самая первая фраза в книге Берешит, которую нравится читать всем, и все знают ее наизусть, «Человеку нехорошо быть одному». И это не только в смысле муж-жена, а это в общем смысле. Это девиз книги Берешит, когда человека делали, собственно. Более того, надо же связать Тиша Беав, плач, разрушение храма с нашей главой. Она всегда, глава Дворим, читают Шаббат перед 9 Ава. Так вот, у нас есть связь, знаменитое слово «эйх» и «эйха». Эйха – это плач, эйх – это как. И если у нас в 1.12 в нашей книге Дворим, Моше говорит, как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя и ваш раздор? Начинается эйх, как мне нести? А эйха, свиток эйха, как начинается? Так оно начинается, эйха. Как одиноко сидит столица, некогда многолюдная, стала подобна вдове. То есть у нас книга Дворим. И свиток Эйха, они имеют одно общее слово. Эйха. Как? Это плач, это грусть. Моше плачет, ему тяжело с евреями совладать. В данном случае у нас плач Эйха. И дальше все, что мы будем с вами скоро изучать, я думаю,
Рава Ильягу расскажет на эту тему немножко. Но мы, как, если внимательно, снова второй раз я в течение 10 минут обращаю внимание, если мы внимательно посмотрим на первый пасук слова Маше и первый пасук Эйха, то мы увидим еще одно общее слово, кроме Эйх. Оказывается, как мне нести одному вашу тягость там, как одиноко сидит столица. У нас слово Леват. И там Леват, и тут Леват. Там Эйха, и тут Эйха. То есть у нас есть, там правда был у Маше Левади, а тут Вадат. Но это один и тот же корень, одинокий. Одинокий, один, уединенный. Все это корень Леват. То есть получается, что быть одному это очень плохо. Это не то, что нужно праздновать, а быть одному надо плакать и оплакивать. Это видим мы из двух важных пасуков. Делаем маленький промежуточный вывод. Иудаизм это не религия отдельных людей, а религия – это вещь для всего народа. Не принадлежит религия частным уголкам души. Не работает это так с иудаизмом. Религия, она, в данном случае иудаизм, относится к жизни, в которой мы живем. Там, где встречаются люди, там есть Бог. Огромное количество мест Талмуде об этом говорит, но это не наша тема сегодня. А есть другие примеры единства евреев, как у народа. Ну, я взял так, как бы, 3 или 4 штуки сразу нашел очень быстро. Их на самом деле в десятки раз больше. Ну, во-первых, если евреи молятся в молитвах за исцеление больного, то всегда добавляется фраза «среди всех других больных Израиля». То есть, если евреи молятся за выздоровление какого-то человека, они добавляют фразу «среди всех других больных Израиля». Или, допустим, когда выражают скорбь, утешение, то фраза звучит следующим образом. «Пусть Бог утешит вас среди других скорбящих о Сионе». То есть подчеркивается специально. Все больные и все скорбящие, они не одинокие. Они всегда имеют опору, они имеют друзей, они часть общего. И поэтому они являются частью народа, а это уже часть утешения, часть исцеления. И последнее. Это одно из 7 благословений на свадьбе, на Шева Брахот. Там тоже есть фраза «принесите великое счастье, радость тому, кто был бесплоден, Сион, когда ее дети возвращаются к ней в радости». У нас снова весь еврейский народ как будто участвует на свадьбе. Весь еврейский народ из прошлого, весь еврейский народ из будущего, ну и, понятно, настоящего, потому что они находятся на свадьбе. То есть все евреи, и умерли, и не родившиеся, они радуются, присутствуют на этой свадьбе, радуются созданию новой пары. Это мы видим в благословении. Хватит. То есть мы видим, что в иудаизме огромное количество примеров, когда подчеркивается единство народа. И эта идея настолько глубока, что в иудаизме, теперь для любителей лингвистики, слово «хаим», его можно как угодно объяснять, то, что оно во множественном числе стоит, что есть будущее время, есть настоящее, жизнь после смерти и так далее. Но если мы посмотрим с другой стороны, с нашей точки зрения, хаим, она во множественном числе, потому что если бы она была в единственном числе, то это не является жизнью. Жизнь не может быть в единственном числе. Жизнь настоящая, полноценная, человеческая жизнь – это множественное число. Или слово симха. Если я сейчас спрошу знатоков иврита, а что означает симха? Все мне скажут «радость, счастье». Нет, это неправда. Это эмоциональное состояние, конечно, и оно передается этими словами «счастье, радость». Но симха в иудаизме всегда относится к коллективному празднику. Симха означает счастье, которое мы с кем-то разделяем. Есть радость для одного человека, куча других. Сасон. Я сейчас 5-6 назову слов. Радость, счастье других корней, которые означают человека счастливого, но одного. А симха – это всегда радость вместе, это всегда радость рядышком. Более того, какое благословение, говорят евреи, если они не видели кого-нибудь, по крайней мере, 30 дней? Это знаменитое благословение Шеяхияну. Буквально следующее – кто поддержал нас живых, кто поддержал нас, кто привел нас к этому времени и так далее. Зачем такое благословение? В Талмуде написано, что или дружеское общение, или смерть. То есть возобновление дружбы спустя 30 лет – это не что иное, как обновление самой жизни. Представьте себе, это принцип иудаизма в Талмуде, Таанит 23а. То есть были друзьями... Дима, дико извиняюсь. Нет, все замечательно. Если можно, через пару минут, да, я просто... Вот, хорошо, да, ладно. Я, значит, немножко шока.
Рамбан говорит, внимание, слушайте, это такое никто не слышал. Тот, кто исключает себя из народа, хотя и не нарушает закон, а только отделяет себя от общины Израиля, не выполняет заповедей вместе с ними, не разделяет с ними горе, не постится, когда они постятся, и так далее, нет удела в грядущем мире. То есть еврей, который вышел из общины и ведет очень праведный образ жизни, можно сказать, он не имеет удела в будущем мире, говорит Маймонид. Ну, представьте себе. То есть человек никакого греха не совершил. Он просто держался отдельно от своего народа. И за это его надо наказывать таким образом. Вывод. Иудаизм – это коллективная вера, вера сообщества, вера народа, вера нации. Можно спорить, что такое народ и нация. Ну и тогда мы еще раз прыгаем. А можно ли подружить гуманизм и монотеизм? Гуманизм в центре человек, а Бог где-то там, справа-слева. А монотеизм – это Бог везде, центр, а люди, там животные где-то вокруг. Можно подружить. Между прочим, самый лучший подружальщик – это знаменитый Рав Авадия Сфорна. Его называют представитель гуманистического иудаизма. Это вещи, ну, несовместимые. С одной стороны, человек как личность, а с другой стороны, он как бы не имеет личности. Итак, еще покороче, еще укорачиваемся. Мы имеем следующее. Зачем заключать? Мы видим, как в течение одного пасука дети Израиля превращаются в Израиль. То есть у нас группа людей с общим происхождением, в данном случае Яков Израиль, они были как бы в вертикальной связи. Мы знаем Мишпахот, Бейтавот, отчие дома, семейства. А сейчас они горизонтально распределились. И они связаны коллективной ответственностью. Причем Всевышний заключает завет не с одним каким-то конкретным человеком, там, я не знаю, с Моше Рабейну или с Аароном, пусть он праведный, святой, Йошуа, чистый и невинный. Нет, он заключает со всем народом, хотя еще не совсем праведным. Вопрос, а за почему нужно так делать? В чем смысл заключать союз со всем народом? А потому что мы верим, говорит Рав Сакс, что именно там живет Бог. Он живет в отношениях между людьми, в жизни, которую мы разделяем. Вывод последний. Все, что евреи пытаются осветить в своей жизни, это отношения между мужем и женой, между родителями и ребенком, между учителем и учеником, работодателем и работником, лидером, последователем, друг и незнакомец и так далее, и так далее, и так далее. Это все одно отношения человеческие. И именно здесь зарыта собака. Именно здесь центр всего иудаизма. И нужно каким-то образом переучить себя. Мы живем в эпоху гипериндивидуализма, особенно позднего капиталистического общества. Если мы себя переучим и найдем Бога в нас, а не в себе, то все будет хорошо. И в Израиле, и в Америке, и в США, и даже в России. Всем спасибо, я выключаю. Окей, Дима, огромное спасибо. Да, мне кажется, было очень интересно. Если у присутствующих есть пару вопросов, мы с удовольствием их выслушаем. Либо перейдем к следующему докладчику. Народ, кто-то хочет что-то сказать? Да, правильно? Да, у меня вопрос по поводу 70 числа 70. Дима сказал, что народ перейдет через Иордан и будет говорить уже не на там, двух-трех языках, а на 70. А с кем будет говорить в земле Израиля на 70 языках? И вообще, почему сейчас число 70? Причем оно тут? Ну, вот. Если 70 народов, 70 народов, понятно. А так прям, Ань, тут, смотри, ты провоцируешь, конечно, можно отвечать вопрос твой минут 30-40. Если совсем кратко. Хидушей Гарим, гурский рэбе, он четко сказал, когда переводится Тора на 70 языков сейчас Моше Рабейну в последние 36 дней своей жизни, речь не идет о том, что ее будут читать какие-то там неевреи. Они, конечно, ее будут читать. А куда они денутся, если книжка есть на его родном языке? Речь идет о том, что евреи, которые рождаются в других странах, и они не знают иврита, они не знают Лашона Кодеш, они будут родиться где-нибудь в Америке, где-нибудь в Канзасе. И он как бы вроде бы еврей, но вроде бы американец. И когда он увидит Тору на своем родном языке, у него там что-то с самоидентификацией какой-то произойдет, щелчок, и это поможет привлечь его обратно в иудаизм. Вот, собственно, это самое главное, okay. Зачем он переводил. Окей. Okay. Можно два слова сказать? Ну, только два. Я как бы дико боюсь, чтобы мы вложили... Да, я хочу просто сказать, что семейственность и народность, они как бы... Есть определенная тут диалектика. Значит, сначала Яков, он был Яковом, потом он побеждает, Исава становится Исраэлем. Это уже близко к народу.
Но даже когда они получают Тору и договор, я считаю, что это когда был договор, это рождение народа фактически. Вот. Но семейственность как бы переходит на какую-то другую дорогу, на другой уровень. Теперь уже Всевышний является отцом. То есть они постоянно совмещают в себе. То есть это не та национальность, та народность, которая принята у других народов. Она очень специфична. То есть семейственность и народность, она все время присутствует, все время совмещается. Почему это очень важно? Потому что вот такое объединение, о котором вы сейчас говорили, во что надо все как-то воспитать и все, это может быть только в семье. Обозрите себя и мир, и вы поймете, что Ахават Хинам, то, что сейчас актуально, она может быть только в семье. То есть, когда даже родственники уже какие-то далекие, это уже усложняется. То есть, вот такая вот близость, она имеет определенную свою какую-то вот такую вот форму, когда Всевышний становится нашим отцом, и он находится среди нас, и мы строим ему храм, и это все как бы продолжается и так, и так. Вот я хотел сказать. Окей. Замечательно. Мне кажется, это было очень правильное и разумное замечание Эмиля. Я предлагаю перейти к следующему докладчику, а именно Раву Ильяву Либештейну. Рав Ильяву, не включите ли ваш микрофон? И, соответственно, да, включаю. Да, подготовиться к старту следующему докладчику Матану. Окей, поскольку я распорядитель, да. Ну хорошо, ты хочешь нам что-то демонстрировать и потерять? Хотелось бы, да. Сейчас я тебя сделал по хостам, ты можешь, да. Угу, так. Вот я включил. Угу. Да, я поставил два файла на Telegram, да? Да. Я правильно? Да, да. Ты только ты не присутствовал, дико извиняюсь, ты не присутствовал. Общее наш регламентарий. Мы просим не больше 15 минут. Да. Постараюсь. Окей, угу. Да, мы тебя слушаем. Угу. Во-первых, здравствуйте, во-вторых, Цомкаль. И кто еще не знает, я веду курс «Разбор молитв и текста Танаха на иврите» с точки зрения иврита, грамматики, состава языка, слов и так далее. Курс, я надеюсь, будет возобновлен. Нам очень хотелось бы получить новых участников. Я решил сконцентрироваться не на недельной главе, а на том произведении, которое мы будем читать в Тиша Беав. Это «Могила», то есть один из пяти свитков. Он входит в состав Ктувим Танаха, Могила, которая называется Эйха. И вот в первой главе начал ее разбирать. Прежде всего, посмотрите, я поставил там несколько интересных ссылок. В том числе это даст возможность вам ознакомиться с содержанием текста Могилы, даже не выходя из дома. Вот, просто в интернете. Вот, и правильно послушать, правильное, красивое чтение. Я нашел интересное слово, которое в двух значениях присутствует в первой главе. Во-первых, давайте прочитаем пасук номер 5. Всем видно экран, да? Видно. Да, так точно. Так, вот я выделил вот это слово, да, вот это слово. Собственно, я делал разбор некоторых слов, которые вроде бы понятны, но только надо их узнать, я выделил вот так вот желтым. А слова, которые я приготовил в словаре, вот они ниже, вот, я выделил зеленым. И вот в пятом пасуке есть слово «олалейга». Вот, что значит это слово? От «олаль». Что такое «олаль»? Ребенок, младенец. Это слово довольно редкое, но тем не менее мы его встречаем. Например, «альпи олалим», то есть «по устам младенцев». Вот, есть такое выражение в Танахе, насколько я помню. Вот, и, значит, здесь это слово означает, что младенцы. Перевод тут такой: младенцы его пошли в плен впереди врага. А далее, в 12-м пасуке той же самой первой главы, тот же корень, айн, ламет, ламет, да, он в более частном значении, ашер, олаль, ли, ашер, Ога Хашем Байоем Харон Апо, которое постигло меня, горе, которое постигло меня. Тот, кто знаком с ивритом, наверное, знает слово «алуль». «Алуль» буквально означает
не дай бог что-нибудь произойдет, или что-то чем-то чревато, например, не ношение масок чревато заражением. Да? Алуль это всегда плохо. Это может привести к каким-то нежелательным последствиям. Да? И здесь что? Горе, которое постигло меня, которое навел на меня Всевышний. Так? Я посмотрел в других местах, я посмотрел не только Эйха, остальные главы, вот, но даже посмотрел, честно говоря, все кинот. И я, конечно, мог что-то пропустить, но вот только в этих значениях, только в этих значениях корень айн, ламед, ламед нам попадается. Я сразу предупреждаю вас, что я не делаю выводы, я не подсчитываю гематрию, я не хочу, не смогу привести общий знаменатель ко всем тем словам, которые мы сейчас будем рассматривать. Я просто с точки зрения именно знания языка хочу показать вам несколько похожих корней. Прежде всего, когда корни вторая и третья буква совпадают, иногда они склеиваются. То есть вместо трехбуквенного корня мы имеем корень двухбуквенный, в котором сохраняется первая буква, и вторая, она же совпадает с третьей. Что у нас в этом случае получается? Если мы пишем слово «айн» и «ламед», это очень частое слово, которое имеет, в общем-то, два значения. Первое – это слово «на чем-то», да? То есть «сидеть на стуле», так? И второе – говорить «о чем-то», то есть «про что-то», так? Интересно, вот я нашел такой гебраизм в русском языке, надругаться над чем-то. Почему над чем-то? Потому что, в общем-то, по поводу чего-то, относительно чего-то. Другого глагола, где вот это вот «аль» выступало бы в значении «о чем-то», в значении «на чем-то» сверху, я в русском языке не нашел. Так? Итак, «аль». Ну, вот словарь, который я всем рекомендую, кто собирается заниматься языком, словарь, который называется «Ирис», он дает еще вот такие вот формы, видно мое выделение, да? Это местоименные суффиксы, как сказать «обо мне», сказать «алай», да? И это значит и «про меня», это значит и «на мне», так? То есть на мне лежит, например, обязанность, так? «Алеха», «алайх» и так далее. Интересно, что, значит, да, хорошо. Теперь это первый вариант, как из трехбуквенного корня получается двухбуквенный. Теперь, если мы возьмем первую букву и вторую, она же третья, да, то что еще может нам дать двухбуквенный корень? Я как раз вот недавно в курсе разбора иврита давал несколько примеров. Такое может быть, если мы видим в слове не три, а только две буквы корня, да, это может быть в случае, как вот мы разбирали, когда вторая с третьей совпадает. Может быть еще, когда третья буква корня выпадает, например, если это буква «хей». Если мы возьмем «айн», «ламед» и добавим «хей», да, то получится корень глагола «ала», «оле», это значит «подниматься». Это значит не только подниматься, но еще тот, кто живет в Израиле, знает выражение «камазеоле», сколько это стоит. Да? «Алут» – это стоимость. То же самое, что «мехир». Так, так. Сейчас я проверю что-то. Да, совершенно верно, «алия». Да, «алия» – это этого же корня. Так? Кроме того, слово «але» означает «лист дерева». Так? Все службы молитвенные заканчиваются специальным текстом, который называется «Алейну», «Алейну лошабех», то есть на нас лежит обязанность восхвалять Всевышнего. «Алейну» – интересно, что недавно была основана русскими товарищами, то есть русскоязычными выходцами с постсоветского пространства фирма по выращиванию растений, да, на гидропонике, и называется эта фирма «Алейну». Здесь обыгрывается двойное значение. Или что это на нас, или что это наш лист. Алейно – это еще и наш лист, наш листок. Так? Вот. Алла – это восходить, подниматься, репатриироваться в Израиль. В частности, тоже почему? По двум причинам. Потому что земля Израиля географически выше других стран. И потому что человек поднимается еще и духовно.
приезжая на Святую Землю. Вот. Однокоренное от того же корня слово «Олла». Что такое «Олла»? Это жертва всесожжения. Перевод достаточно такой описательный. А буквально что такое «Олла»? Поднимающаяся, та, которая поднимается. Что такое жертва всесожжения? Когда туша животного вся целиком сжигается, то есть не съедаются от нее части ни коэнам, которые ее приносят, ни тем, кто эту жертву приносит в храм. Вот полностью, то есть из материального состояния поднимается в духовное состояние. Это в том случае, значит, это корень, когда мы к айн и ламет добавили в конце букву гей. Какие еще могут быть варианты? Может быть еще и повторение двухбуквенного корня. Получается четыре буквы. То есть первая, вторая, а третья, четвертая – это снова первая, вторая. Тогда ил-эль значит перелистывать. Ну, это понятно от слова лист. Еще одно значит, значение, еще один вариант, как из трехбуквенного корня получается двухбуквенный, это если выпадает средняя буква, средняя такая неустойчивая, это вав или юд. Если мы поставим вав между айн и ламед, мы получим слово оль. Оль известно нам по выражению оль малхут шамаем, то есть ермо, иго, царство небесного. Есть объяснение, что, например, бык, от того, что на него надевают ермо, сила у него не прибавляется, но это позволяет нам его энергию использовать в мирных целях, потому что ту же самую силу без ярма он использует, так сказать, по своему усмотрению. Вот. И, скорее всего, это будет разрушение, нежели созидание. Да? Ол малхут шамаим по первым буквам айн, мем и шин, если прочитать их в обратном порядке, получается шма. Есть объяснение, что, собственно, шма – это есть принятие ол малхут шамаим, иго Царства Небесного, которое позволяет недюжинной энергии, которую Всевышний дал своему избранному народу, да, быть использованным именно на благо человечества, иначе получается, например, мировая революция. Вот это вот слово «оль». Так, вот, есть слово «уль». «Уль» означает «младенец». Очевидно, «олель» и «уль» – это однокоренные слова, да. Как я уже сказал, вторая буква, если она объединяется, если она такая же, как третья, да, они могут склеиваться. Вот. Но, значит, есть еще один вариант, который я нашел, да, это слово «авель». «Авель» пишется «айн вав ламед», но в неогласованном чтении, поскольку надо подчеркнуть, что «вав» звучит, передает свой звук «в», да, пишут иногда два «вав» подряд. Что такое «авель»? «Авель» – зло, злодеяние, не про нас с вами будет сказано. Вот, только что вот буквально я сообразил, что есть еще один вариант. Вариант, когда первая буква выпадает, например, неустойчивые буквы корня, если они попадают в первую букву корня. Например, это «нун», да? Если мы к «айн ламет» добавим в начале «нун», получится слово «нааль». Слово «нааль» – это башмак, это ботинок, да? Значение ботинка в еврейской традиции. Почему Моисею сказано «сними обувь»? С ног своих, ибо место это свято. Это символ того, что человек отказывается от своего собственного понимания и полностью полагается на то, что говорит ему Всевышний, то, что говорит ему Тора. Вот. И сам глагол «наль», он означает «закрыть», «запереть», отсюда «мануль» – «замок». Вот. И, кроме того, застегнуть обувь, обуться, обуваться, но «эль» – носить обувь, быть обутым в. Вот такие вот интересные значения я нашел. Ну, что из этого следует, я не хочу делать сегодня выводы. Вот, и, значит, сейчас я, наверное, вот что сделаю. Вот те интересные ссылки, которые у меня есть, я поставлю вам в чат, чтобы вы могли их использовать, ими воспользоваться. Так. Угу. Вот. Вот, пожалуйста. Так. Можно использовать. Да. Ну, собственно, все. Я на большее не претендую. Окей. Уложился, да?
кто-то что-то хочет добавить. Я, если можно, одно слово. Мне кажется, слово «нейлам», да, скрытый, невидимый. И от этого слова «улам» это как маатефет, которая, вообще говоря, закрывает все. И в ней тоже эти айн-ламы. Там айн-ламед мем, да, но мем третий не выпадает, это корень может быть близкий, но не родственный. Я рассматривал корни, которые явно родственные, то есть они, это не один корень, но это корни, которые могут быть преобразованы один в другой. Вот, да. Олам и неэлам, да, это интересно, это близко. Илем, да. Илем сокрытие, да. Ну, можно, кстати говоря, можно было упомянуть и последнюю молитву к Йом-Кипура «Неила». «Неила», да, конечно, «Неила», да. Закрытие, запирание во врат Небесного суда. И израильская авиакомпания «Эль-Аль». Ну, хорошо. «Эль-Аль», да. Так, господа и дамы, кто-то что-то хочет сказать? Можно еще? Хороший. Да, пожалуйста. Давайте сделаем так, чтобы был как бы порядок тех, кто хотят. То есть сейчас как вы хотите. Но вообще правильно нажимаете «поднять руку». По-английски написано «raise hand». Тогда можно понять очередность тех, кто будет задавать вопросы. Но неважно, те, кто как бы хочет сказать, пожалуйста, Гриша. Да, я хотел спросить по двум корням. Был корень «цар», да? В этом тексте. Да. Это то же самое, что цорер, цорерай. Цорер, да, пожалуй, да, вполне. И второе, это хотя не имеет отношения именно к этому тексту, просто интересно. Первая буква, третья, вторая, четвертая, гаагуа, это такой случай? Это случай, когда когда четырехбуквенный корень образуется Денис, из повторения двухбуквенного корня, да. Да, гагуим — это сильное слово, это мамаш сильное слово. Прямо вот произносишь его и хочется зевнуть. Ну, да, гагуим, да. Был и есть такой, он называется мелах, царь, то есть коронованный певец мизрахистского направления, которого все любят и падают, его зовут Зор Альгов. Вот у него знаменитая его вещь — это гагуим балев. То есть это, как это по-русски, гагуим? Гагуим балев? Балев, гагуим балев. Да, все, ага. Стенание о чем-то человек. Гагуим, да. Ну, тут уж не скажешь слово «скука». Тоска, тоска. Тоска, может быть, да. Тоска, тоска, да, вот именно, тоска. Ностальгия. Но даже ностальгия. Тоска, печаль, вот это вот, если колокол где-то, да, вот российская действительность, колокол где-то вот такой, где-то там в Сибири, не знаю, далеко, да. Вот это вот гагуим, это, да. Окей, Денис, мы вас слушаем. У меня вопрос к Раву. Есть ли у вас столь подробное исследование в видеоформате, где вы рассматриваете возможные и невозможные, с учетом языка, на который делается перевод, имен Всевышнего? Нет, этим не занимался. Планируете, нет? Ну, я посмотрю, если, понимаете, копать с самого начала – это выполнять уже сделанную работу, да еще и выполнять ее косо. А найти материалы, если позволит время, если будет интерес. Есть в предисловии к Маханаймскому сидуру, посмотрите, там объясняется, каким там есть интересный разбор. Были переведены различные имена Бога, которые упоминаются в сидуре. Кстати, вот какая была идея перевода их на русский язык. Посмотрите это в предисловии к русскоязычному сидуру. Да.
Этот материал мне известен, но тот, который в беленьком издании, та идея, которая в беленьком издании представлена, она совершенно отличается от той идеи, которая приводится в Сидуре. Поэтому вот меня интересует именно тщательный разбор с учетом идеи, которая в беленьком издании. Надо спросить у автора беленького издания, сейчас нас это уведет в другую сторону. Окей, хорошо, я все понял. Окей. Да, Шимон, что такое Шимон? Шимон поднял руку. Это меня вы говорите? Да, ты поднял руку или ты просто помогал? Да, я спросил, что ты Эль-Аль, ты сказал, это шутка или какое-то имеет отношение? Эль-Аль это наша национальная авиационная компания. Нет, я знаю, что такое Эль-Аль. Как это переходит? Какое отношение имеет к ордену на Эла? Да нет, или это имеет разве что потому, что состав корня тот же. Аль это буквально к на. Это цитата откуда-то, я, к сожалению, не помню. Из Танаха. Это тут из пророков, надо посмотреть, 100%. Это как Безек, Хашмаль и все остальное. Я не знал. Окей. Ну хорошо, мы плавно переходим к следующему докладчику. Правильно, Матан? С тобой. Секундочку. Ты хочешь показать? Ты хочешь показать текст? Нет. Нет, окей, Бесседер Гамур, мы тебя слушаем. Добрый вечер, я Матан из Ришон Лециона. Тема сегодня заявлена такая: религиозно-политическое кредо, так сказать, манифест Моше перед входом, значит, в страну Кнаан. Я, в принципе, если так можно сказать, комментарий на комментарий собрал из беленького издания и уроком Рав Шерки. Так сказать, посмотрим, что из этого получилось. Я вкратце хочу осветить, как бы, в общем, книгу «Дворим» и ее первую, так сказать, часть тоже, которая называется «Дворим». Общий обзор, так скажем. Немножко я остановлюсь на сути книги и на ее названии. Она, по сути, является, она очень отличается, книга «Творим», от всех остальных четырех частей Хумаша, которые, в принципе, посвящены, каждая из них посвящена какой-то отдельной теме. Допустим, «Берешит» — это «Бытие», «Шмот» — это «Исход», «Ваикра» — это «Левит», «Бамидбар» — это «Числа». И только книга «Дворим», она как бы говорит от имени всего народа, касается всего народа, законов, так сказать, поведения, правил и, так сказать, правил жизни и при входе, значит, в новые условия, в страну Кнаан, в страну Израиля. Основная идея в том, что Тора, она может быть осуществлена, та, которая была дана на Синае, так сказать, перед этим 39 лет, почти 40 лет, она должна быть осуществлена всем народам, не отдельным индивидуумом на индивидуальном уровне, а, так сказать, на общественно-национальном уровне. В этом все, так сказать, суть и основная идея. И религиозный аспект всей книги, он неотделим от государственно-политического, так сказать. Поэтому необходимо создание государства. Поэтому народ должен войти в землю, завоевать землю, это основная цель, и создать свое государство, которое, в принципе, так сказать, получается как бы двоякая такая цель, что еврейский народ, он может существовать и может жить только в земле Израиля, а с другой стороны, он может жить в земле Израиля, только опираясь на Тору, только соблюдая, значит, заповеди и только под непосредственным руководством Всевышнего, так скажем. Тогда все будет нормально. Если он не будет соблюдать заповеди, если он будет нарушать, отклониться от пути, то тогда его, как написано, земля вас изрыгнет, то есть он не сможет жить. И враги прогонят и так далее. Не будет урожая, много чего не будет. Вот это все как бы об этом предупреждает и об этом говорит Моше. Э-э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 
что я еще хочу сказать, что все эти предыдущие книги, они как бы были сконцентрированы на описании заповедей, на нормах жизни, так сказать, на правилах построения религиозной жизни. Но перед вступлением в землю Израиля и когда перейдя Иордан, надо будет заниматься конкретной реализацией этих идей, так скажем. И поэтому Моисей дает такие дополнения своего учения и передает народу заранее, в чем это, так сказать, будет состоять, в чем сущность, так сказать, этого. Он говорит ему речь, что в то время, когда он уже знает, что он не войдет в землю Израиля, и Всевышний сказал ему, что он не войдет. Почему? В общем, распространенное мнение, потому из-за греха к Мейме Ревим, из-за того, что он ударил скалу, вместо того, чтобы, как сказать, найти новый способ общения, говорить по-новому, не силой, не диктатом. Вот. И поэтому как бы Всевышний на него прогнился. И это один из его грехов, из-за которого он не войдет в землю Израиля. Но на самом деле как бы есть другое мнение, что в принципе, в общем-то, Моше знал об этом еще, так сказать, 38 лет назад, сразу же после Хетам Ираглим, грехов разведчиков, потому что тогда он, в принципе, встал на сторону разведчиков, поддержал этих десятерых, которые, с одной стороны, да, сказали, что земля хороша, она течет молоком и медом, но там есть народ великан, земля пожирает своих детей и так далее. То есть он, в принципе, фактически поддержал и тем самым усомнился в, так скажем, в повелении, в приказе Всевышнего пойти и захватить, завладеть землей. Вот. За это он, в принципе, был наказан, за это он Всевышний, так сказать, сказал ему, что он не войдет в землю Израиля. Раньше, так сказать, до того, как книги Хумаша назывались, так сказать, по-другому, не как сейчас, по первым словам главы, допустим, Дворим, в Эле Дворим, в Берешит, в Икра и так далее. Раньше второзаконие, книга второзакония называлась «Мишнет Тора», то есть буквально повторение учения. И только потом она начала называться второзаконие. Второзаконие – это, в принципе, неправильный, не совсем корректный перевод с греческого и то, что, в общем-то, христиане стали использовать этот перевод, так скажем, негативно в отношении евреев. И почему? Потому что они привели это как второзаконие. То есть евреев, представители еврейского учения стали звать, так сказать, таким уничижительным, немного термином законники, то есть которые слепо соблюдают закон, остальное как бы чисто человеческие эмоции, я знаю, там благодать так называемая, их не волнует, они слепо соблюдают заповеди, поэтому их стали звать законниками и так далее. Хотя, в принципе, было бы правильно перевести не второзаконие, а второучение, то есть это повторение учения того же самого, то же самое Торы, которая была дана на Синае спустя 38 лет, только в новых, так сказать, условиях, в новых реалиях, перед новыми задачами. И, что самое главное, не для поколения рабов, с которыми, в общем-то, на тот момент было правильно, да, управляться и руководить ими, именно как это делал Моше, путем диктата, так сказать, путем приказов, потому что другого они не могли понять. Вот. Но времена изменились, поколение пустыни, оно вымерло, и
принципе, переходом в землю Кнаан уже стояло новое поколение, молодое, которое не знало рабства и с которыми, в принципе, с которыми нельзя было уже общаться тем языком, на котором общался Моше, то есть путем диктата и так далее. Это один из моментов. Второй момент, еще я хотел добавить такой момент, очень интересный, я, так сказать, заметил, что, в принципе, если так посмотреть, то Тора, она как бы кажется незаконченной. Почему? Потому что, в принципе, она должна была закончиться повествованием по типу книги Йошуа о завоевании, закончится завоеванием страны Израиля. Но поскольку этого не произошло, вот, и книга Йошуа не была включена, вторую, поэтому есть такое ощущение, что как бы изначально история должна была завершиться завоеванием страны, вот, и так как пророчествовал Моисей. И тогда все бы, как бы, так сказать, мир мог достичь совершенства, и история пошла бы иначе. Вот. Но поскольку этого не произошло, и Тора не вошло, Тора нуждается в завершении, аналогично этому мы можем, так сказать, видеть в этом то, что и миссия еврейского народа пока что в мире она не завершена. Вот. И так это подобно тому, как бы это определенный процесс, так же, как человек рождается, он развивается, он совершенствуется, в конце концов приходит к своему завершению. Точно так же, как бы и Тора, она проходит свой талиф, процесс развития, и что должно закончиться тоже естественным завершением, приходом Машиаха и так далее. Ее завершение должно стать частью мессианского процесса. Хотел еще сказать два момента о том, что в принципе книга Второзакония, она очень серьезно, кардинально, может быть, не кардинально, но достаточно, в некоторых местах кардинально отличается от того, что было написано раньше, это книга Бамидбар и числа. Вот. И некоторые события трактуются совершенно под иным под иным углом и объясняются совершенно по-другому. Например, мы узнаем, что, вот как я уже сказал, Моше не входит в землю Кнаан не потому, что не из-за греха Мемрива, из-за скалы, из-за вод скалы, а намного раньше из-за того, что, в принципе, он поддержал разведчиков и встал на их сторону. Вот. То же самое, допустим, когда Моше говорит о назначении судей. Если мы помним, то идея о назначении судей и взять себе помощников, это была идея тестя Моше Итро, который, в принципе, ему идею подал и сказал, что совершенно не стоит тебе заниматься этим всем одному, будет намного практичнее, так сказать, целеобразнее, быстрее. Если ты это разделишь, назначишь сотников, пятидесятников, десятников и так далее, особо важные, так скажем, необходимые какие-то сложные решения, это больше решать. То есть таким образом разделение вот этой судебной, так скажем, системы и постройка ее по-новому, эта идея вот принадлежала Итро. Сейчас Моисей в книге Дворим, он как бы эту идею выражает немного по-другому. Он говорит о том, что вы сами, он обращается к народу и говорит, что вы сами самостоятельно должны установить справедливую систему судопроизводства, назначить судей, то есть выборных судей и так далее. Это просто необходимо для того, чтобы, так сказать, национальное государство, государство, которое мы создадим, оно должно функционировать нормально. Только так оно может быть. Вот. Здесь у меня, я не знаю, какие-то ассоциации такие вызывает сегодняшнее наше
состояние судебной системы в Израиле, я, может быть, пару слов скажу о том, что, ну, кто живет в Израиле, кто интересуется израильской политикой, в курсе, что буквально вот до короны и даже немного в начале короны, значит, основным таким моментом политической жизни, кризисом, одним из моментов серьезных таких кризисов политической системы, это было решение Багаца, это о том, что Багаца вмешивается в политическую жизнь вплоть до того, что он может отменять решение правительства и много чего другое. При этом есть очень такая забавная, несколько забавных детей. В принципе, я хочу еще упомянуть о том, что, в принципе, это наследие и порождение британского мандата, британской судебной системы, которую переняли, да, но не буквально. Самое, так сказать, проблематичное, так сказать, устройство вот этой системы они таки оставили. То есть не выборность, а именно назначение. То есть эти судьи, по-моему, я не помню, но там поправь меня, 12 или 18 их, они назначают сами себя, они никому не подотчетны, их решение не оспаривается, апеллировать к ним нельзя, они могут, не объясняя причин, не рассматривать какой-то вопрос или же точно так же не объяснять причины своего решения. То есть они абсолютно не подсудны, они никому не подответственны, и они назначают сами себя. То есть это клан внутри клана, так скажем, своеобразная, если можно так сказать, судебная мафия, которая только сама знает, что она делает, и назначает сама себя. Вот. И что самое серьезное, так скажем, проблематичное в этой ситуации, что и влияние этого высшего суда справедливости Багаца, оно настолько велико, что оно, в принципе, не просто влияет, оно определяет политическую систему и политику, в общем, страны в целом, что не то, что ненормально, это опасно, можно даже сказать так. Это, тем более, что это, с моей точки зрения, это антидемократично. Это, кстати, о справедливой судебной системе, вот, которую... Окей. Что, все, что ли, уже? Ну, пару минут, если можно. Я даже до половины не дошел, несмотря на то, что... Я дико извиняюсь. Редактированный текст озабыл. Я боюсь, что он начнет разбегаться. Вот было 25, сейчас 23. Двое уже спеклись. Окей, тогда я, может быть, сформулирую такую, насколько я помню, основную из таких мыслей книги «Дворим». То, что случилось с Маше. Перед этим, да, я скажу еще предложение. В принципе, что есть такая дилемма. Как нам относиться к тому, что... Книга «Дворим», она написана Моше, в отличие от четырех других книг, которые непосредственно даны Всевышним и записаны через Моше, а Валя не даны Всевышним. И только книга «Второзакония», так сказать, совершенно четко говорится, что ее сказал и записал Моше. Окей? И на самом деле... Есть как бы два подхода к разрешению этой проблемы. На самом деле проблемы нет, потому что есть несколько таких моментов в Торе, что слова записаны в Торе, допустим, то, что говорил Итро, то, что говорил фараон и так далее. На самом деле мы относимся к этим словам и к речам, которые говорили эти личности, в том числе Моше, как вложенные, так сказать, уста Богом, вложенные в уста вот этих вот лидеров и действующих лиц истории. В общем-то, эти мысли и слова, они, можно так сказать, исходят от Творца, исходят от Бога. Поэтому и книга «Второзаконие», мы совершенно, так сказать, без сомнения, мы относимся к ней как к божественной, как данной Творцом, Богом через Моше Рабейну. На самом деле, как бы я хотел еще пару слов сказать, что она, ну, с моей точки зрения, она очень такая книга трагична, потому что мы видим личную трагедию Моисея. Человек, представьте себе, который выполнил такую миссию, возложенную на него Творцом, всю жизнь посвятил этому,
какие перипетии были. Был во дворце фараона, он взял на себя такую миссию не сразу и не по, так сказать, не по собственному, так сказать, согласию с первого раза. С третьей, с четвертой попытки как бы успешно вывел со многими, со множеством проблем, вывел целый народ еврейский, получил Тору на горе Синай. 40 лет водил народ по пустыне. В конце концов он должен, вынужден был сказать так перед входом в землю Канаан, что из-за вас я не вхожу. Этому самому народу он говорит, что из-за вас мне Бог не дает мне войти. Цель его жизни, то есть, понимаете, он ее не осуществил с его точки зрения. Но если, так сказать, внимательно всмотреться и прочитать, и, так сказать, написано об этом, что на самом деле Моше, как истинный пророк, Моше, как великий человек, он осознал эту свою ошибку, почему он не входит, он понял, почему ему Творец, почему Бог не дает право войти в землю. Вот, и он не... Окей. Это не стало для него трагедией, это наоборот стало для него, так скажем, толчком. И можно сделать из этого вывод, вот то, что я хотел буквально сказать, последнее предложение, что иногда такие вот резкие повороты в жизни, перипетии, катастрофы, коллапсы и так далее, которые нарушают наши планы, мы думаем одно, получается немного другое и так далее. Это нужно воспринимать как вызов. Они нам нужно использовать их как новые возможности, совершенно неожиданные, запланированные. Окей, и использовать это для личного роста. Окей. Спасибо. Да, очень интересно, очень познавательно и увлекательно. Особенно по поводу вызова. Вызов – это Эдгар. И... Параллельного слова в русском языке я не знаю, что тоже вообще говоря. Эдгар – это не совсем вызов. Надо. Но я тебе говорю, что я нету в русском языке соответствующего... Есть, есть. У меня немножко... Книга была, которую переводили в Умане, называлась «Муль Эдгарейт Куфа». Все переводчики бились, как перевести, кроме вызова ничего не получилось. Называлась «Принимая вызов эпохи». Не, я знаю, я найду тебе. Писать. Давай. Гриша и Денис, пожалуйста, только короткие вопросы. Я боюсь, народ начнет разбегаться. Я очень коротко просто хотел добавить. Помните знаменитая фраза Стругацких: «Будущее создается тобой, но не для тебя». Просто не в бровь, а в глаз. Это, конечно, грустно, но, видимо, придется с этим смириться. Ну да, я, в принципе, хотел, Григорий, такую крылатую фразу сказать, она улетела у меня, что в принципе революцию создают одни, ее плодами пользуются другие, и третий, четвертый, и так далее. Тимоше, который, в принципе, все это мероприятие осуществил, ему не дано было увидеть плоды, ему не дано было войти в землю. Так бывает часто, почти всегда. Более того, место захоронения его тоже каким-то странным образом неизвестно. То есть даже не странно. Пойти на могилу праведника вообще. Где они? Нет, это Хавана сделали, чтобы не сделали из него Бога. Окей. Ну, мы сочувствуем Моше Рабейну и за еврейский народ. Ну, хорошо. Денис, ты хотел что-то нам подсказать, правильно? Я хотел, да, тоже просто поделиться кратенько, что тоже обратил внимание, что Ваикра, что Дворим 3.23 и далее. Моше умолял Ашем, моделировал там обращение к нему, подмасливал его в 24-м пасуке, но несмотря на все свои знания по методикам обращения к Творцу, получил отрицательный ответ. И это меня навело на мысль, как важно при всем том, что необходимо изучать имена Всевышнего, чтобы знать, в каких случаях, с каким именем к нему обращаться, и в то же время прерогативу, то есть право на результат, на ответ оставлять за ним.
То есть, если даже Моше при всей своей благости и милости со стороны Всевышнего к нему получил такой отрицательный ответ, то ну, насколько мы способны, достойны рассчитывать всегда на положительное решение со стороны Всевышнего. Я все. Окей. Андрей, так, у нас предпоследний раунд. А можно сказать пару слов? Да, пожалуйста, только народ, постарайтесь сохранить присутствие духа и не разбегаться. Самое веселое еще впереди, да, я не против тех, кто уже выступил. Таня, мы тебя слушаем. Я смотрела на это с позиции, что мне, хотелось для себя. Мне очень понравилось то, что Моше передает поколению свой анализ всего того, что произошло, и навело на мысль на то, что это здорово, когда есть время для того, чтобы передать следующему поколению то все важное, потому что часто иногда мы стараемся не говорить об этом своими близкими, чтобы... как-то тему ухода всегда болезненно люди воспринимают. А здесь такой пример, что это важно, передать то, что ты реализовал, и хочешь, чтобы дальше оно было продолжено. Умение найти время для этого и почувствовать вот это нужное время для того, чтобы передать своим детям, своим, тем, кто с тобой в команде в одной, в реализации этого проекта. И он передает публично, не просто ободряет и наставляет Ишуа, но он ободряет его и наставляет в присутствии других для того, чтобы, возможно, уже вместо него они ободрили его. И не только они, но и следующее поколение, они помнили вот этот месседж, который сделал Моше. И вы знаете, эмоциональная память, она самая-самая яркая. И поэтому то, что он говорит, вот почему он не войдет, возможно, это и тшува, вот я так думаю, но с другой стороны, и возможно признание, что я был с вами вместе. Может, даже он и понимал, что вот так произойдет, но тем не менее он дал им ошибиться. Okay. То есть он... не обособляется, мне кажется, в этом. Поэтому еще такой момент. Вот здесь в дворе мы видим начало реализации того благословения, которое дано было Аврааму, что благословлять, что сделается великий народ, и благословляться в тебе другие народы. И это все время подчеркивается в словах Моше, что для чего они... завоюют землю, для чего им вот эти все соблюдать заповеди, суды совершать, чтобы жилось вам хорошо, да, и чтобы вы жили хорошо и долго. И, соответственно, когда есть успех, то люди тянутся, они идут, узнают и спрашивают, а как вы достигли, то есть благословляются другие народы. Вот, и очень важно уметь найти время, передать своим детям, всем, кому ты хочешь передать то, что ты начал. И вот мне кажется, это проблема политиков, что они обычно друг друга, пришел один и потом клюют того, что был перед ним. Нет вот этой преемственности, передачи. Это очень важно, иметь преемственность. Таня, можно тебе два слова ответить? Давай. Если ты знаешь такой момент, Моше писал вторую книгу «Дворим», зная, что через месяц его не будет, ровно за месяц до своей смерти, причем он ушел добровольно. Это великий пророк, он все знал, когда он уйдет, он ушел по собственной воле. Понимаешь, каково человеку, который 38 лет перед этим, буквально 2 года, даже меньше, чем 2 года после выхода из Египта, он уже знал, что он обязан выйти, он взял миссию эту на себя, задачу, но он знал, что он не войдет.
Понимаешь, каково ему? Это первое. Второе, ты как-то немножко некорректно наших современных политиков, от них что-то ждешь, такой преемственности какой-то. Но их как-то некорректно. Но я не только про политиков, я вообще про любую идею, которая должна дальше продолжаться. Ты сказала про политиков, их как-то некорректно сравнивать с нашей. Нет, я не хот... я саму идею имела в виду. Ну вот подвернулась мысль про политику. Идея хорошая. А это можно и на семейном уровне. Имею в виду, что дальше продолжалось. Окей. Вот. Okay. Хорошо. Мы это поняли, прочувствовали. Будем думать. Постараемся успеть передать детям с Божьей помощью. Да. Андрей, ты готов? Да, я готов. Да, у нас следующий раунд. Окей, мы закручиваем спираль еще круче. Андрей, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Андрей, я из Москвы. Вначале я назову источники, которые я использовал. Это главным образом Раби Нахман из Брацлава, Ликутей Моран, вторая часть, Тура, восьмая, первый пункт. Также трактат Шаббат, 88-й лист Б, на котором тоже в основном Раби Нахман использовал его. Чуть-чуть Раби Менахем Мендел из Витебска, книга «Прига Арец», глава «Матот Масей». Ну и, конечно, комментарии Раши на первый пасук книги «Дворим». Итак, Моше говорит речь новому поколению, обличая их, как пишет нам Раши, потому что 40 лет они ходили, и нужно как-то объяснить, кто в этом виноват. Есть заповедь обличать товарища или увещевать, когда он делает что-то нехорошее. В книге Вайкра есть такая заповедь, но исполнить ее чрезвычайно сложно, как мы, наверное, убеждались на своем опыте, когда человек делает что-то нехорошее, мы ему это говорим, это, как правило, не помогает. И мы убеждались, и психологи также об этом говорят, также об этом говорят и мудрецы Торы, и говорит Раби Акива, что удивляюсь я, не знаю, есть ли в нашем поколении те, кто смогут исполнить заповедь вот это увещевание или обличение. Если говорил Раби Акива в своем поколении, то что уж говорить о нас. И почему же так сложно исполнить вот эту заповедь обличения? Раби Нахман объясняет это так. У каждой вещи, у каждого действия есть свой запах. У плохого действия – плохой запах. У хорошего действия – хороший запах. И когда мы обличаем, мы называем действие, и таким образом мы вызываем плохой запах. Что такое запах? Очень хорошее объяснение я услышал на уроке Рава Зеева Мешкова, когда он говорил о жертвоприношениях. Запах на иврите – это реах. Реах похоже на слово руах. В современном языке маца в руах – это просто настроение или буквально состояние духа. Например, когда там мы читаем молитву, которая, как известно, замена жертвоприношения. То есть мы читаем слова для того, чтобы поднять свое состояние духа. И вот это наше состояние, оно поднимается, и им получается питается Всевышний. Как написано, он питается дымом жертвоприношения, запахом буквально, то есть приятное благоухание Господу, как сказано. И тогда получается, что, да, и Раби Нахман пишет, что плохое действие, у которого плохой запах, если про него забыли, это подобно вещи, у которой есть плохой запах, которую не трогают и запаха нет. Когда вспоминают плохую вещь, которую кто-то сделал, тогда, подобно тому, как двигают вещь с плохим запахом, она начинает источать плохой запах. Именно поэтому, когда мы называем какие-то плохие дела, которые кто-то совершил, это поднимает плохой запах, и, как пишет Раби Нахман, это закрывает каналы, по которым все души, которые слышат эти обличения, получают изобилие в своей жизни. Так кто же может выполнить заповедь увещевания товарища? Мы видим, что Моше ее замечательно выполнил. Как ему это удалось? Давайте почитаем комментарий Раши. Первый пасук книги Дворим. Вот речи, которые говорил Моше всему Израилю на берегу Иордена, в пустыне, в степи против Суфа, между Паран, между Тофель и Лаван. Да? И есть комментарий, что почему и в пустыне, и в степи,
когда мы знаем, что дело происходило в степи, в пустыне, следует понимать, что он порицал их за то, что они гневили его Всевышнего в пустыне. Что в степи, опять же, за то, что он обличал их за грех с Бальпиором в Шитим. Против Суфа это неповиновение у тростникового моря. Между Паран, между Тофель и Лаван. Тофель и Лаван, мудрецы вообще не нашли таких географических мест и сделали вывод, что это намеки. Лаван – это за то, что они неуважительно относились к Ману, и Тофель – это тоже на какое-то конкретное действие. В конце Хацерот – это то, что сделал я с Мирьем за злоязычие, и Дизагав – это намек на Загав – это золото на золотого тельца. А почему же Моше так странно говорит? Есть высказывание мудрецов: не суди ближнего, пока не окажешься на его месте. И мы видим, что Моше как раз не называет действия сынов Израиля, а называет места, в которых они эти действия совершали. И этим самым его обличение, оно становится таким эффективным. Как ему это удалось? Пишет книга «Прига Арес», это такая старая хасидская книга ученика Магида из Межрича. Он пишет очень такую крамольную как бы мысль, что праведнику, чтобы стать праведником, ему приходится преодолевать свое злое начало. И получается, что самый великий праведник, он, соответственно, преодолел самое большое злое начало. Поэтому Моше Рабейну, да, который был самым праведным человеком поколения, получается, что у него был Есера всего поколения. То есть, и он у него был на уровне, вот, то есть проносился в мысли, но он это не реализовывал в действиях. И поэтому он находился во всех вот этих состояниях, в которых сыны Израиля совершали вот эти грехи. И поэтому он мог их обличать, потому что он знал, в каком состоянии сознания они это делали. Таким образом, он выполнял вот это «не суди товарища, пока не окажешься на его месте». Второе объяснение про Моше. Мы знаем, что когда он пошел получать Тору, и на него стали наезжать ангелы, кто он такой, то Всевышний ему сказал, чтобы он схватился за престол Всевышнего. Мы знаем, что престол Всевышнего – это место, где находятся корни душ всех сынов Израиля. Таким образом, получается, Моше знал место, в котором они грешили, и он знал место, где находятся их корни душ. То есть, получается, он знал их самую высокую точку и самую низкую точку. И таким образом вот эта дельта между тем, кем они должны быть, и тем, кем они являлись, когда они совершали вот эти прегрешения, она и составляет, собственно, вызывает трепет. А как раз вот этот хороший запах, который, по мнению Раби Нахмана, должно вызвать правильное обличение, это является трепет. А трепет как раз это вот разница между кем ты должен быть и кем ты на самом деле являешься. И вот это свойство человека, который может эффективно порицать, человека, который неправильно себя ведет, Раби Нахман называет голос. То есть у Моше был такой голос, да, который вот мог сказать правильные слова. И вот это понятие «голос», мы его встречаем, который может правильно, эффективно обличать. Мы его впервые встречаем в главе «Берешит», когда согрешил Адам Ришон, и потом написано, что голос Всевышнего прогуливался в прохладе дня по саду и сказал он Адаму: «Аека». «Аека» – это «где ты находишься». То есть здесь получается та же самая ситуация. Он спрашивает Адама: «Где ты?» То есть обрати внимание на свое место, где ты находишься сейчас, по сравнению с тем местом, где ты должен быть. То есть получается, Всевышний опять же вот идет в рамках вот это «не суди товарища, пока не окажешься на его месте», для того, чтобы привести Адама к тшуве. Вот, собственно, и все. Ну и что мы из этого учим? Мне кажется, очень полезно помнить о том, что у всех действий, у всех слов есть запах, и говоря что-то о людях, мы там влияем на каналы, которыми питается их душа,
и то же самое по отношению к себе и так далее. Окей. Очень интересно. Мне, во всяком случае, кто-то что-то хочет спросить, добавить? Ну, вот насчет того, что говорить, обличать, мы на уроке Равьёны обсуждали по критике, то там есть такой момент, что обличают того, который слушает тебя, то есть слышит, что ты ему говоришь. А который не хочет, то лучше не надо. То есть должен быть контакт прежде всего с человеком. Да, да, отклик. То есть он нуждается в этом, и он ценит. Но в другом месте где-то написано, что обличать, пока тебя не побьют. Что-то такого я встречала. Ну, это, наверное, разные... Я думаю, это не для нас. ...уровни. Окей. Хотел спросить. Да. У меня к Андрею вопрос. Андрей, а вот когда ты говорил, характеризовал поступок как нехороший, ты рассматривал вариант конкретизации плохой или просто интуитивно, машинально, точнее, выбрал... такое словосочетание. Я понятно задал? Да, я понял. Ну, да, есть такая традиция, вот, в частности, у хасидов, лотов, да, нехороший, чтобы не называть плохое плохим, говорят нехороший. Угу. Ну, соответственно, я читаю те книги, в которых так написано, я так привык, наверное, автоматически так и сказал. А может это сказываться непосредственно переводом на русский язык? Или на иврите прям так и звучит? Нехороший вместо плохой. Лотов, да, лотов. Так часто и говорят, нехороший. Угу. Хорошо, благодарю. Есть известный анекдот, очень короткий, про нового репатрианта, когда он приезжает в Израиль. Меня спрашивают, вы можете в одно слово оценить свою ситуацию, как вы себя чувствуете, он говорит, в одно слово «тоф». Говорит, а в два слова можете, могу, «лотов». Вот как раз так. Просто когда идет... Короткие уроки иврит. Ну ладно, в другой раз еще дополню. Окей, ну хорошо, пока народ окончательно не разбежался, у нас последний игрок, Сахкан так называется, это я. Я себя поставил как бы в конце, чтобы меня... Не дай бог, в очередной раз не обвинили, что я всех зажал. Ну, хорошо, я постараюсь быстренько изложить тематику. Вот, я хочу сказать такую штуку, не то чтобы подвалять. Да, во-первых, я Натан Бар из «Молодой мюн», кто-то не знает, а кому я приелся и как бы в печенках сижу, это заранее извиняйте. Я тоже хочу подвести некоторый итог. Но мне кажется, вот с того замечательного листка журнальчика, про которого я говорил, я оттуда выбрал такую статью, вот она, по-моему, очень хорошо подходит и под недельный раздел, и про надвигающийся пост Тиша Бава. Значит, я буду комментировать, цитировать, излагать, его зовут Раф доктор Ронен Любец, он Раф поселения, которое называется Нир Цион, да, и президент организации, которая там чей-то кто-то учил, у кого-то что-то звучит. Организация называется «Верные или приверженцы Тора и Авода», то есть «Работа и Тора». Меня можно перебивать, встревать и так дальше. Окей? Значит, у него вся статья, мне кажется, очень интересна. Сейчас посмотрим. Он ее проводит такую центральную линию, казалось бы, достаточно простую, но тем не менее связана и с еврейским общечеловеческим психологией поведения. О том, что зачастую наше состояние и индивидуума, и как бы нации в целом, человечество, можете сказать, оно, вообще говоря, называется «на», а именно движется от двух полюсов. Один полюс – это «иуш», «иуш» – это отчаяние, а вторая – это «тиква», «тиква» – это надежда. И как бы вот мы сейчас пройдем, да, так коротенько, мы проводим некоторую идею, что вообще идея надежда «тиква» это такое фундаментальное свойство еврейского мировоззрения, и оно обуславливает как нашу как бы выживаемость, и с другой стороны является вообще фундаментом некоторого божественного подхода к миру, что несмотря на то, что есть трудности, испытания и так дальше, обязательно должна быть надежда. Надежда не в том смысле, что человек там мечтает, что будет хорошо, а в смысле как основа существования. В том случае, и тогда, когда люди
не дай бог, теряют эту надежду, то и надежда на то, что они начинают с того, чтобы спасутся, и кончают того, чтобы вообще как бы преуспеть, и пройти испытание, она минимальная. Окей? Итак, идея какая? Он начинает и пишет, что вообще известно из психологии и так дальше, что шансы человека, который находится в какой-то либо тяжелой ситуации, даже если это болезнь, даже если это психологический какой-то стресс, его шансы на то, чтобы выйти и преуспеть, они гораздо больше, если он верит в свое освобождение, и у него есть надежда этого выбраться, да? И дальше описывают, вот очень интересно, начиная с истории про Мироглим. То есть берет как бы три события трагические. Это история с Мироглим, история с разведчиками, да, и последующее за этим, как в качестве наказания 40-летнее скитание по пустыне, разрушение первого храма и второго храма. Ну так вот, и все это через вот эту вот призму такого отчаяния, и потери надежды, которая в каком-то смысле означает потерю веры в Творца. Мы сейчас это увидим. Итак, посмотрим то, что было с грехом разведчиков. Моше, он в книге «Дворим» как бы объясняет нам их состояние. По-русски это переводится так. На мой взгляд, не очень хорошо отражает, но тем не менее. «И злоречили вы в шатрах ваших, и сказали вы по ненависти Господа к нам, сейчас, секунду, по ненависти Господа к нам вывел он нас, да, и задумал нас для того, чтобы нас истребить, да». И то наказание, которое было впоследствии греха разведчиков, и не только разведчиков, но и народа, который пошел вслед за ними и поддался отчаянию, оно известное. И вот эти вот 40-летние странствования в пустыне, в принципе, идея была такая, что поколение, которое у него отсутствует вера, у него отсутствует, ну да, можно сказать, вера в то, что у него есть возможность войти в землю, у него как бы нету никаких шансов, вариантов, это поколение должно было погибнуть в пустыне. И точно так же, когда мы смотрим про наказание, которое выражалось в разрушении первого храма, которое по традиции произошло то в Тиша Беав, да, 586 лет до христианского летоисчисления. Можно как бы предположить о том, что это разрушение, оно пришло как следствие того, что народ был совершенно погружен, совершенно полнейшее отчаяние и потерю всяческой надежды, когда перед его глазами была судейская система, которая была совершенно несправедливая, в которой судили несправедливо как бедных, так и богатых, да, и авторе. Автора – это кусок из пророков, который дополняет чтение недельного раздела. Так вот, суббота, которая прошла, она называется недельный раздел «Дворим», а с другой стороны, обычно те субботы, в которые предшествуют либо праздникам, либо постам, либо каким-то, ну вот праздникам, либо постам, они обычно называются по названию как бы авторы, который читается в этот недельный раздел. Да? Вот в этот недельный суббота, которая прошла, называется Шаббат Хазон. Почему Хазон? Потому что так называется кусок из отрывок из книги пророка Ишаяву, которые читают в эту субботу, читали в эту субботу, да, и там он подчеркивает, что и как бы самые слабые части населения, такие как сироты, вдовы, даже они не решались идти в суд
и оспаривать какие-то свои требования. Почему? Потому что они видели, что даже люди, которые более солидные, богатые, авторитетные, они совершенно ничего не могут добиться в суде. И там у него приводится такая фраза, вот, ну, видите, опять же, это звучит очень сильно. Сказано так: «Вы аю йоцим, вы пахэй нефеш». Вот это вот пах нефеш, это очень сильное, сильное выражение. Пах нефеш, это означает, что как бы пах, это вообще, ну, как бы, то, что называется, ниже плинтуса. Дальше этого идти некуда. То есть они выходили из суда, когда они были полностью ниже плинтуса, они были полностью подвергнуты отчаянию. Да? И вот тоже интересно, что там же, да, у пророка Ишаяу есть такая потрясная фраза, которая на иврите звучит так: «Таамину кило тиамену». И это по-русски переводится так. Это тоже вот игра слов, которая, ну, тот, который как бы хотя бы чуть-чуть знает иврит, то он чувствует, что здесь есть игра, да? А на русский можно перевести так: если не верите, то потому что вы неверны. Вот это такой, изловчились перевести это на русский, то тут как бы получается игра слов, что вы не верите, и это неверие, оно заложено в вас самих. Почему? Потому что вы неверны. То есть из-за того, что вы плохие, вы не верите. То есть проблема веры и надежды – это некоторая составляющая веры во Всевышнего, так бы я сказал. Натан, можно вопросик? Да, пожалуйста, да. Извини, что перебиваю. Таминова через Айн или через Алев? Через Алев. Оба раза, да. Через Алев. Я сейчас делаю, нет никаких проблем, сейчас полсекунды, я сейчас сделаю, чтобы всем было видно. Еще вопрос, там у одного из участников, отключи микрофон, там все время какие-то шорохи, раш идет. Да, я пытаюсь понять, кто это, может быть, это Ирина, не могу понять, кто это. Это Ирина, по-моему, Натан, это Ирина, у нее почему-то микрофон включен. Да, нет проблем, Ирину мы выключили, Ирина слегка. Итак, да, все видят текст перед вами, правильно? Окей? Хорошо. Да, вот это то, что я сейчас сказал, это вот это вот. Таамину кило тиамену. Я посмотрел русский перевод на Талдот, написано: если вы не верите, то потому что вы неверны. Неверно, наверное, вот здесь от слова все-таки амен. Вот что-то в этом, но нам сейчас трудно остановиться и разобрать весь этот посок. Он сложный, но мне кажется, как бы вот идея там, где мы обозначили. Да, и пишет и говорит, и идея здесь заключается в том, что несуществование у надежного существования у нации, когда ее сыны, да, они теряют надежду, Дальше, переходя к второму храму, говорит, что после разрушения второго храма увеличилось количество, или так сказать, степень отчаяния у народа настолько, что многие вообще перестали выходить замуж и жениться, и для того, чтобы создавать семьи, то считали совершенно бессмысленно, потому что все обречено на полная погибель. И поэтому мудрецы, да, рабаним должны были найти какой-то правильный изум, баланс, чтобы с одной стороны, вот это вот интересная, по-моему, очень тема, чтобы с одной стороны канонизировать соблюдение траура, канонизировать плач, печаль, и национальную как бы память о трагедиях, которые произошли с одной стороны, а с другой стороны сбалансировать это с тем, чтобы не то чтобы оставалась надежда, а чтобы надежда была, тем не менее, некоторым центральным символом и элементом. Да? И дальше что пишет? Что в трактате Бава Батра сказано, описание положения второго храма сказано, что не... Идея была такая, что не жениться на женщине и рождать сыновей, детей. И таким образом ходили, что народ боялись, что как бы евреи будут просто вырождаться, и потомство Авраама кончится, что люди просто не женятся. Да? Так вот, написано, что Раби Яшуа, он как раз как бы издал указание или проложил дорогу к тому, чтобы... то, что я сказал, уравновесить, сбалансировать
между памятью, печалью с одной стороны, а с другой стороны продолжение нормальной жизни. И таким образом был выработан, это тоже очень интересно, мне кажется, что это, ну, я бы сказал, некоторый специфический еврейский подход. То есть, с одной стороны, есть плач и даже вот эти, то, что по-русски называется кинот. Да? Кинот – это книга очень таких трагических стихов, да, которые читают вместе с книгой, свитком Эйхи в Тиша Б'Ав. По-русски переводится «кинот плача». Хотя на иврите это очень специфический плач. Есть по поводу просто плакать, это левхот, это бехи. Кина – это совсем другое. Это что-то такое, что это связано по плач, по мертвому, по прошедшему. Это гораздо более трагическая вещь. Поэтому они называются очень специфическим словом. Это не плач от боли, это гораздо более глубокая вещь. Они называются кинот, да? Ну так вот, был разработан специальный как бы такой шаблон или подход к скорби, да, чтобы с одной стороны помнить о разрушениях в течение года и в течение жизни, да, но с другой стороны мудрецы, они беспокоились и как бы с тем, чтобы создать в народе надежду на будущее освобождение, да, потому что, ну вот опять же, такое расхожее слово, да, и на идише поют очень много, и то, что сейчас очень на устах, это геула, 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 геула – это освобождение. И вот эти два параллельных процесса, которые идут, с одной стороны, это оплакивание воспоминания, а с другой стороны, это тиква, тиква о надежде, о чем? О геула, о избавлении. Интересно, да, вот пишет он, мне тоже это очень понравилось, что выражение вот этой надежды на освобождение мы находим практически во всех наших молитвах, да, и кроме того, интересно, хорошо, и кроме того, интересно, да, тоже примечательно, что вообще все Магилат Эйха, какими словами заканчивается Магилат Эйха? Тот, кто ее читал хоть раз, да, это вообще говоря впечатляет, потому что там, где читают как бы в синагогах, да, в качестве траура, если это вечером, то как бы приглушенный свет, света немного, и люди не стоят, а обычно либо лежат на полу, либо сидят очень как бы низко на перевернутых стульях. Так вот, интересно, что в конце чтения Эйхи все встают, да, и громко произносят вот эту фразу. «Ашевейну ашем илэха венашува хадыш ямэну кэкэдэм». То есть более оптимистической фразы трудно как бы себе представить. А именно в переводе на русский язык звучит так: «Возврати нас, Всевышний, к себе и вернемся». «Возврати нас к себе и вернемся». А дальше последнее как бы окончание такое. «Хадыш ямэйну кэкэдам» – это стандартно переводится на русский язык. «Обнови наши дни, как в старь». Хотя, опять же, сейчас нет времени на этом углубляться, но с точки зрения иврита меня всегда поражало такое поразительная вещь, да? Вот на иврите написано «Хадыш ямэйну кэкэдам». Вот это вот, да? «Кэдам» – это очень интересное слово. Оно мамаш как бы абивалентное. С одной стороны, кидма в современном иврите – это прогресс. Лейтхадем – это двигаться. А с другой стороны, каждый, кто как бы читал хумаш, еврейскую Библию на иврите, у него тут же как бы цельцуль, у него звук в ушах, он знает, что как назывался сад в Ган-Эдене, он назывался Бекедем. Там насадил его как бы Ашем для того, чтобы туда поместить Адама, да, и получается, что это некоторое такое специфическое движение вперед, которое возвращает нас назад, да, и вот это вот движение, более того, это обновление в старь, ну, не знаю, по-русски в старь вообще ничего не говорит, это просто старые, как бы, старые, это понятно только в одном направлении, да, направлении как бы к концу, правильно? А здесь это кедем, это кидум, это прогресс, но это прогресс, который ведет в сторону райского сада. Вот такое очень интересное еврейское движение вперед, окей?
Натан, можно? Да, 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 да. Я так что ты помнишь, просто забыл. Помнишь, что кедем это в древнем иврите это название Востока, где заходит. Да, 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 конечно. Восход солнца кедем. Да, 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 100%, 100%, 100%, да. И теперь дальше он говорит тоже интересно, разбирая дальше кинот, да. Это мы сказали плачи, которые читаются в во время в Тиша Б'Ав, да. Интересно, что очень многие из них они кончаются такой ну как бы жутко символической фразой. Те, кто хоть раз читали, они тоже у них это звучит как бы в устах, да. Какая фраза? Цион веарега кмо иша бецирия, да. Кемо иша бецирия. Я, как бы, называется Мазаев. Это я плохо пою, да, но тем не менее, каждый, кто хоть раз слышал, он у него это в ушах звучит. Очень интересный образ. Это что написано? Значит, Цион, в смысле Сион, в смысле еврейское государство. Евреи, да, Веарея и ее города, как женщина в родовых муках, да. И с одной стороны, этот образ понятен. Почему? Что? Потому что женщина мучается, да, в родах. Это тяжелое физическое испытание. Но с другой стороны, этот образ потрясный. Почему? Потому что он приводится не зря, потому что это физические муки, которые приводят к рождению новому. Это тоже важно, что это образ не просто мучений, который приводит как бы к рождению нового, да? Да, и тоже как бы на ту же тему известны притчи, выражения мудрецов о том, что именно в день Тиша Б'Ава, да, есть такое как бы мнение, что именно в день Тиша Б'Ава родится Машех. Машех – это избавитель. И это тоже, сейчас не будем точно говорить, как родиться, кто родится, в каком виде и так дальше, но вот это вот совмещение двух фокусов. С одной стороны плач, с одной стороны плач, с одной стороны воспоминания о трагедии, а с другой стороны параллельно с этим, и может быть даже внутри этого, надежда на избавление. Да? Окей. Ну и дальше приводит как бы такое сопоставление уже с нашими днями, что, слава богу, у нас не как бы такое тотальное разрушение, как было, но тем не менее, Павел, сейчас мир погружен в продолжающийся кризис. Это кризис короны, да, это кризис отчаяния. Понятно, что очень важно для нас, соблюдая вот эту еврейскую позицию среди отчаяния, и в нем находить веру, надежду, да, и это дает нам всем силы преодолеть, да, и он говорит это, и я тоже говорю, что интересно, что возрождая гимном возрождающего еврейского государства, да, это гимн, который называется как, дорогая публика, кто может сказать, называется Атиква. Что такое Атиква? Это надежда. Интересно, что стоит определенный артикль, то есть та самая надежда. Ну, представляете, в общем, какой как бы это гимн государства называется надежда. То есть вот основное мото, основной лозунг государства – это надежда, несмотря ни на что. Я от себя добавлю, как новый репатриант с 30-летним стажем, да, меня поражало, когда я приехал, и поражает до сегодняшнего дня, да. Хотя это может быть амбивалентная вещь, объясню почему, но вообще стандартно, как во всех странах, по-видимому, как это по-английски говорят, how are you doing, да, по-русски говорят, как дела, да, и на иврите говорят, манишма, что слышно, да, что говорит стандартный человек, вы можете мне сказать, как стандартно говорят в России, да, я вам скажу, как говорят в Израиле, стандартно говорят, ебеседер, будет, хорошо, это может показаться просто, ну, так привыкли говорить, но тем не менее, это некоторое мото, это некоторое то, что действительно те, кто прожили здесь какое-то время, они могут сказать, да, действительно, это некоторый действительно странный фундамент этого государства, этого народа. Несмотря на ни на что, и ебеседер. И это, кстати, тоже я от себя говорю, здесь он про это не пишет, да,
мне тоже было очень странно, что вот возвращаясь как бы политике, может, про которую говорил Матан, в современных вот этих бурных демонстрациях, которые хотят все время показать, что они такие, чуть ли уже не сваливают правительство и все, и пятое-десятое, но у них очень мало религиозных. Почему? Потому что там, кроме общего маскарада и балагана, да, там вот есть некоторая тема такого вселенского отчаяния, типа мы в тупике, просто деваться дальше некуда и все. И мне кажется, неучастие религиозных, и меня в том числе, заключается в том, что это противоречит еврейскому духу. Еврейский дух и ебеседер, еврейский дух – это атихва. Еврейский дух – это внутри Тиша Беава думать о том, что в этот день родится Машех. Интересно, заканчивая, хочу сказать, что он приводит к гимну Атиква, он приводит, что как бы основная, как бы гимн, если можно так сказать, Рава Кука, который его песня, да, с большой буквы, песня веры, да, в книге, которая Урота Рая называется, главная книга Рава Кука, то есть огни Рая. Рая – это сокращение Рав Кука. А она называется Шира Эмуна, то есть песня веры, да. Ну вот так, господа, это то, что я хотел сказать. По-моему, вот это вот такая вот глобальная идея о том, что это не одно даже напротив другого, о том, что это одно связано с другим, и в одном рождается другое. А именно в трагедиях и в отчаяниях рождается атиква, рождается надежда. Ну вот все, как бы я на этом закончил. Окей? Если кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста. Я слышал от одного старого, доброго и, к сожалению, больного еврея, когда его спрашиваешь, ну, как дела, Ицхак, он говорит, завтра будет лучше. Да, вот, видишь, это именно та самая калька, про которую я говорил. Ну, хорошо, господа и дамы, я всех приветствую. Практически 2 часа выдержали. Я понимаю, что это тяжелое испытание, вот, но... Мне было интересно, я надеюсь, что всем остальным тоже было интересно. Значит, мы все, кто здесь выступали, мы, и я в частности, мы призываем всех, пожалуйста, те, кто хотят участвовать, пожалуйста, до следующего раза присылайте в любом известном вам виде заголовок и некоторые тезисы мне, и мы каждому дадим возможность выступить. Хорошо? На этом будем заканчивать? Да? Окей, тогда... Ну да, твой намек понят, поэтому заканчиваем. Окей, ну хорошо. Всем счастливо, до свидания. Раньше говорили цомкаль, то есть легкого поста, потом в какой-то момент это поменяли на более благонадежный термин, который называется цоммуиль, а именно как бы эффектный, помогающий, исходя из того, что цом не может быть каль, потому что ну, какой смысл делать его легким, если человек должен мучиться? Ну, как бы, бессмысленно, человек должен мучиться, окей. Поэтому всем тем, кто таки да постится, цом и мой. И будем надеяться, что это последний пост. И каким-то образом вся ситуация разрешится, и все, больше постов не будет. Все. Амен. Да, всем счастливо и до свидания. Всем пока, всем спасибо за участие. Счастливо. Всем спасибо. Пока. Лихит работа.